Электромагнитная пушка. Замкнутый проводник находится на оси электромагнита. Если подать на обмотку электромагнита короткий импульс тока, возникнет большой индукционный ток в этом кольце. По правилу Ленца это кольцо должно выталкиваться из области, где поле больше, это внизу, вблизи обмотки электромагнита, в область, где поле меньше, это вверху, вдали от обмотки электромагнита. Действующая при этом сила ампера способна бросить кольцо с большой скоростью.